тебя с 20 минут грули, есть время, в принципе, убить РС-обычку. Так, покалы у меня анролом, да? Покалы по-любому анролом идут. Ну, грули, магик. А магик мы уже закрыли. У кого магик не закрыт, можете сливать. Кольцо с Аникси надо. Кстати, Даркиса, когда Дезурон обещал ввести эти ченджи для Африка? На этой же КД? Завтра, послезавтра, или я понял, что должен. Когда там он обещал про товаров апнуть, блядь. Куда ой, тебя апать? У тебя и так топ-угрозы. Топ-угрозы. Реворд мага, реворд про товара, я апнуть. Это когда будет? Вот уже скоро, говоришь, да? Да, после магика. А что тебе надо? Тебе, наверное, все надо, да? А, наруч на танка. Отложил. Блять. Хуй я его больше возьму за такую хуйню. Пишу, а блять, по-русски, сука, на 4 инста. Мне поработать по броне солен. Ебать. Это отмазка, блядь, по-любому. Да ладно тебе, что ты хочешь сказать, да он Оню ИГ-25 решил закрыть, хотя мог десятки закрыть. Так в том-то и дело, что он их закрыл, блядь. Грул магика закрыл. Ему они нахуй не нужны. А потом говорит, я, блядь, на работу там, блядь. Хули днем нахуй. Блять, не плюсуйте лучше мне такие люди, блять. Ладно. Написано на 4 инста. Почему? Да все нормально, все хорошо. Смолка. Это че ты? Престом принимай. А. Я варом лечу уже. Чё ты там идешь? Угу. Ну пошли трэш пока. Давай трэш и сразу боссы сейчас кстати не пропали. Там баги еще. Баги грул нужен, думаешь ему корабли нужны? Троих, короче. Мишка на двоих там. Бага вообще тут стоит уже. Хорошенько Мишку хильте там. Погнали.
закончится, уже все в кучу сводим. Не улежит. Кегли уже сюда выводи. Что за хуйня, он дизарм дал на это? Вообще хуйня полная. Дайте ребаф по локам и магам. Приста баф дайте. Искандер что-то писал, а вон зашел. Че, гол нет? Он бежит, шаман. Давайте подождем, пока у Кирса статус был. Так а чё, я может засчитаю, чё его ждать? Там приступов есть? Даже боссы от меня убегают.
Даркис. Дай. Просто, блядь, Грул от меня бежит. Что 1к урона. Блять, я хуй знаю, ты чё на груле еще пытаешься кого-то обогнать? Кто там? Ну блять, я типа один раз Т5 нажал, а на экзекютке нисколько раз не нажал. Всего тебе хорошего. Я тут особо и не стараюсь, тут сайленс прилетает, все пропадает, что надо. Чур, я на кубе. На кубы 5 плюсов, плюс 5 к роллу на Т4 на маунтов. Это кто? Фрада? Твоя тетя, это что ты? Нет. В смысле, не моя тетя. Твоя тетя это? Маг вот этот с треугольником, это кто? Твоя тетя маг с треугольником? Сука. Ебать, ты что-то покурил уже, что ли? Это на РС-ку кто пойдет из этого рейда фастран, но только если фастран прям плюс в рейд. А пока вы там не анролом, нет? Ну вот если 20 плюсов будет, ну значит не будет рейда, потому что собирать, ну его нафиг. Если бы все пошли, можно было бы за 20 минут убить. Если не хотите апокалы выбивать Делорусу, то так и ладно, так и пускай и будет.
Ноль плюсов рейд. Престом принимай. И еще кто-нибудь напишет: Делорес, иди нахуй. Ага. Сука, написали. Почти все понимали, пошли трешак бить. Только много не агрить, а то подохнем. Нужно подойти. Нет, приводили только с этой. Посмотри там пока, с той стороны, если есть мобы, то приведешь вниз. Стрела тьмы в меня прилетела. Ну, это самое. Кто меня пиздит? Вон, смотри, нихуя. Ой, это ты стаминку бафнешь же, да? Наверное. Тебе сейчас бафнуть? Ну, да, типа, можно было бы сейчас. Ну, типа, можно куб подольше держать будет. Ну, бафну. Всё так. Заходите в комнату, чё вы там сейчас стоите за ворота? Заходите. Короче.
Что это за гильдия такая? Аделе Корпоратион. Ступай лучше к нам. У нас в рейде 20 друидов. Да я почти не играю, спасибо. Ладно. И мейн у меня в другой гильдии. Какая замена, Делорус, ты чё? Не выдумывай. Тебе бы танка ещё подделать. Можно тебе резку было затанчить, почему-то не складывается. Нет, у меня армора мало, я не затанчил. Да какой армор? А чё там таймер? Сколько босс там активируется ещё? 5 секунд. Давай, руки из трусов доставай. Уже достал. Откуда руки? Из штанов. Есть какой-то дурачок он на каждом боссе. Хотя ассиста я его кикну перекупу. Это киллом. Надо. Ну зачем нам найти типа, по-моему? Брат. Зачем тогда кого-то? Ну плохие протовары, ну не тачат они. Ну чё же сразу вагоном лукать? Троюродный брат сына маминой подруги. Или подруги маминой подруги. Он жопой парирует, и в него вейд очень часто уходит вихрь. Ну, по крайней мере, комбат. Проанонсите, когда там кубы будут, ладно? У меня показывают 7 секунд после откидывания. После откидывания? Да, не успею, наверное. Сейчас будет. Как это, беги, блядь. Бежал? Я далеко, нет. Какой у тебя метка, блядь? Быстрее бери. Да я забыл, какая метка. Да ты пиздишь. На кружок там бегите, там Дилору за слаком. Да ладно, я это... Плюс 30 тысяч крон. Видал, да? Кубы. Вы видели эти кубы? Сбилась метка. Сбились кубы. Если бы кто-то секунду позже нажал, мы бы вайпнули там. Видели, да, сбило как? Ой, я... А что, не будет коста больше? Типа, пропустили касту? Там были кубы, уже не будет кубов. Как ты мог так подвести рейд? Ты почти вайпнул нас. Нет. Там были тайминговые кубы. Прям перед падением потолка за полсекунды. Сумка властителя преисподней на 20 слотов. Может быть, кому-то нужна. Куриса. Невозможно тебе передать. А квест все взяли на охоту, да? А ты нет? Нет, я-то взял. Просто вдруг кто-то не взял, и я сейчас напоминаю об этом. Поздно напоминаешь.
5. На ханта, ДК, мага и лока. Так, смолка выигрывает. Так, остальной лут. Сейчас я поставлю на себя метку, хотя на мне уже черепок стоит. Сейчас разрулим Т5. Подходите к черепку, кому надо Т5. Так, первый кусок плечи. Рулим плечи Т5. Смолка сегодня дает жару. Выигрывает два куска подряд. Давай, где ты? Кинуть надо обмен черепку. Так. Следующие штаны. Жрец, друид и вар. Что, неужели никому не надо? Ну ладно, так и быть. А я отдал этому магу уже коника. Поздно кинул. У смолки. В кармане уже. Так ты кинул, я уже отдал ему. Понял. Чё, я выиграл плечи. Ты вон спроси у мага смолка. Чат пишет. А это чей-то твинш? Ты позже кинул, он уже получил их в обмене. А. Спроси у него. Коник, а ты на ком? Да я на мейне, просто мне другу надо, блин, этот Т4. Ну не надо. Ну на, прими, да. А где ты? Ты в Долоране уже? Чё, смолка, это чей-то твин? Так, а с остального шмота надо кому-то что-то? Вот это вся параша. Нет, это не твин. Так, ты хотел наручи. Откуда он тогда меня знает? Ну ты популярная личность, топ-1 рога, нихуя себе. Да, ты видел язык вообще. Ты чё, блин, я думал, что уже в Долоране. Так, что-то ещё там падало на тебя, нет? А? Не заметил, я просто не помню уже, что там. Двуручный топор какой-то обоссанный. Всё остальное, короче, на распил отдаю, да, уже? Ничего никому не надо. Распыляет, потом будет чарить.